Многие знаменитости жестко раскритиковали прошедшую премию Муз-ТВ, отметив низкий уровень организации и сомнительную репутацию некоторых приглашенных звезд. Высказалась в собственном телеграм-канале и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Так она назвала премию «цирком уродов», а также заявила, что только ее артистка представила достойный номер. Отметилась она и выпадом в сторону Филиппа Киркорова и Давы, которые пришли на премию вместе. Под публикацией она написала: «Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Киркоров не стал молчать и записал ответ Крапивиной. Лунатики! Кто вы все такие, откуда, сука, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом! Я не упрекаю вас. Ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров – это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или как удобно честно сочинять чужое. Девочки, где вы учились, я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте. И с высоты хорошо разглядывает суету. Вас смущает, что на поворотах обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? Вас так много агрессии, желчи и яда? Не ожидал от команды, которая позиционирует, представляют прогрессивную артистку. Ох, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял. Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку. Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемлять гражданские свободы. Вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Тебе явно нужен факт-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то есть грешки. Исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов, бот космос, на которого вам, как до Луны, вы все еще ползаете, как гусеницы. И лишь судьба решит, раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы и в ваших глазах поселилась, наконец-таки, любовь. Ведь любовь – высокое чувство. И не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко.